Сегодня у нас распаковка. Я вам хочу показать, что мы купили для Бусика. Значит, смотрите. Это наполнитель. Он, значит, здесь присутствует дуванчик. Мы такой покупаем ему в домик. Вот в этот домик внизу получается наполнитель. Кладем, выстраиваем определенным образом. Сверху вату. Он закончился у нас, поэтому мы его купили. Значит, песочек. Покупаем вот такой песок. Для шиншилл он вообще, но его тоже можно. Это как раз в ванночку, где Пуся купается. И еще мы набрали ему всяких вкусняшек. Значит, я взяла минеральные камни разные. Ну, они, по сути, отличаются только формой. Вот эти кругленькие две штучки. Взяла, он очень любит сушеный банан. Здесь много всего. Также взяла корень одуванчика, поскольку он очень любит одуванчик, я решила попробовать посмотреть, понравится ему или нет. И взяла вот такую кукурузу, это лакомство для грызунов. Кукуруза ему вроде понравилась, но не знаю, насколько это зайдет, не зайдет. Другие лакомства ему, кроме банана, не очень заходят, поэтому не знаю, посмотрим. Так что вот такие покупки мы сделали для Бусика. Попробуем ему дать бананку. Будешь, Косняшка, иди ко мне, мой зайчик, иди, 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 иди ко мне. Иди, на. Соскучился по бананке. Бусенька, будешь вкусняшку? Куси-куси. Его звуки за окошком напрягают. Надо окошко закрыть. Все? Ты мой зайчик, понравилось. Прыгай, прыгай, прыгай. Иди сюда. Давай закрою окошко. Да, закрыл, закрыл, котик. Ну чего тут еще? Пусенька, попробуй одуванчик. Спрятал и вытерся. Котик, будешь вкусняшку?
Будешь вкусняшку? Бананку выбрал или нет? Ананасик. Ананасик, похоже, выбрал. Птичка пролетела. Уже никакой ананасик не нужен. Маленький. Зайчик. Красивый гадёнок такой. Вилка стучит. Малышку. Котик любимый. Самый лучший гадёнок на свете. Котики. Хвостик такой красивый. По итогу могу сказать, что кукурузу он подъедает. То есть я вот смотрю тут, прям в паре ячеечек, ну как бы нет зернышек, то есть она ему понравилась. А дуванчик тоже ему понравился, то есть вот видите, здесь целая такая половинка была, такая же кругленькая, он ее сгрыз. То есть дуванчик он подгрызает. Что касается лакомства, то от него он никогда не отказывается, и если я ему что-то предлагаю, он обязательно чем-нибудь угостится. Итак, давайте мы с вами поменяем ему песочек, орешек, эту мусорку и засыпаем новый. Он прям такой беленький, такой беленький. Готово. Вообще, это песок для шиншилл. Это купалка для шиншилл. Песок, он из это вулканический песок, он очищающий. Очищает от грязи, от микробов. Поэтому его нужно регулярно менять. Буси любят в нем купаться. Он холодненький, тоже бусину шерсть очищает. Самое главное забыла. Надо вернуть заначку на место.